Bhaje bhajai kamandanam samasta pap khandanam sabhakta chitaranjanam sadaiva nandanandanam sadaiva nandanandanam bhaje bhajai kamandanam Самаста папхандханам, Сабхакта читаранжанам, Садайванандананданам, Садайванандананданам. Гауди Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Пхопат. Гауди Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Пхопат сказал, что те, кто заинтересованы по-настоящему в Мадхура Раса Бхаджане, и вот те, кто по-настоящему заинтересованы в нем, они должны думать, что Гуру Пад Падма, он не отличен от Радхарани. И те, кто совершают Ватсалья Бхаджан таким же образом, они должны думать так. Гауди Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что есть материальный даршан, вишва-даршан, самсара, то есть видеть этот материальный мир, самсару. А в сварупе дживы нет никакой самсары, ее нельзя найти там, но джива сейчас обнаружила душа, такая обусловленная душа, она обнаруживает себя в самсаре, откуда эта самсара появилась. По милости Гуру и Вайшнавов, наш такой скверный материальный даршан может уйти, и мы можем развить силу и понять, что те преданные рупануги, как они совершают бхаджан, и как достичь этой наивысшей цели, мы постепенно должны осознать это. В Шримад Бхагаватам Махапуране, в 7 части, есть такая шлока. Тават карма ниванданам. Тато випарджайо клесо майя йога анувартате. Явад линган нитохи атма. Тават карма ниванданам. So long as my linga sarir, linga money fine body, gross body, fine body. До тех пор, пока наше тонкое тело, тонкое и грубое тело, so javad lingam nitahi atma. So long as the this fine, you know, this karan sharir. И вот это каран шарир, причина тела, пока. Till then there is problem for us. Пока оно не разрушится, это будет проблема для нас. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане. Jaya Harinanda Skitam, there you can find Lingo Bhanga Haya Nase. Without breaking this Linga Sari, there is no respite. We cannot go out. И вот пока мы не избавимся от этого Линга Шарира, тонкого тела, мы не сможем. That's why Javad Linga Nitohi Atma. Освободиться от этой майи. И вот атма — это чинмой васту, нечто трансцендентное. И у нее нет никакого отношения к этому тонкому телу, но я достаточно давно говорил, как атма — душа. How it is possible?
как эта душа, она окрашивается чем-то, как это возможно, чистая душа, майя на эту душу не действует, но из-за этого линга-шарира, этого причинного тела, это причинное тело, оно ответственно за... за наше рождение и смерти. И поэтому мы должны это избавиться в итоге от этого причинного тела благодаря общению с чистыми гуру вайшнавами. С преданными рупанугами, те, кто совершают баджан под руководством чистых гуру вайшнавов, в итоге они поймут, все осознают. И вот сейчас наше обсуждение очень сложное. И вот сегодня введение к теме Расалилы. Мы не входим в Расалилу, поскольку у нас нету права, но так или иначе мы будем пытаться понять, что такое Расалила, почему Бхагаван совершает такую лилу, с кем он совершает эту лилу. Есть ли у нас возможность войти на путь этой Расалилы, с различных точек зрения мы будем обсуждать все это. Поскольку те, кто преданные рупануги, это их цель. И я хочу напомнить вам, я во время Райрамананда Самвата говорил об этом, но иногда... И вот я обсуждал эту татву, и я хочу более подробно рассказать, поскольку вероятность того, что кто-то может понять неправильно на действие, поэтому я хочу еще рассказать. И вот читамрите, те, кто... совершают Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, они внешне могут совершать служение, а внутри они могут другое служение совершать более аккуратно. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, внешне мы должны совершать Шраван Киртан, но в уме, внутри нашего ума, те, кто получили вдохновение от Гуру Варги, Гурудева, Бхагавана, они могут осознать свою сиддха-сварупу, и в уме они будут служить во Враджа-даме непрерывно. Сиддха-деха — это не шутки. И вот если что-то представлять, это не сиддха-деха, как делают сахаджи, они что-то непонятное представляют, и они думают, что если они вообразят какое-то духовное тело, то оно у них появится, но это совершенно не так. Я уже ответил на этот вопрос, как мы должны совершать нам-баджан. И через нам-баджан мы можем обрести такое вдохновение. Если наш нам-баджан совершенен, то Шрила Прабхупад говорит, тогда мы получим указания свыше.
что наша сиддха-сварупа такова, и согласно этому мы должны совершать свой баджан. И таким образом мы так должны совершать баджан, а силой мы не можем что-то делать, это невозможно. Силы совершать баджан, если силы совершать баджан, то ничего хорошего не выйдет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, когда пишет в своих киртанах, Sangshara fukar kanena poshive deho rogu dureya. Here in this kirtan, Bhaktivinoda Thakura writing. И вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакура пишет: О Гурудев, когда я получу такую возможность, когда придет тот день в мою жизнь, когда мой ум умиротворится и никаких осквернений не останется в нем. И в этом случае санкиртана автоматически она будет происходить в моем уме. И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так вот Прабхупад говорит: когда мы сможем находиться в уединенном баджане, когда это станет возможным. И вот Шрила Прабхупад в одном из своих киртанов пишет, кто есть вайшнав. Когда мы совершаем киртан, подлинный киртан, когда апракрита шабда брама исходит из наших уст. И вот можно вспомнить, поток мысли может появиться. Когда мы совершаем киртан, мы подлинный киртан, тогда мы сможем видеть Кришна Лилу. И тогда, когда мы достигнем этого состояния, тогда мы можем совершать уединенный баджан, как Гоу Кишор Дас Бабуджи Махарадж и другие великие преданные. И тогда все скверные вещи самсары, вся эта материальная самскара, она не сможет влиять как-то на нас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, когда все эти болезни материального существования, они все уйдут. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакура говорит искренне, без всякого лицемерия: когда я смогу получить такую силу, что непрерывно я могу совершать харинам. И вот такой авеш значит какое-то нечто подобное вдохновению. Внешне наше тело будет как бы в материальном мире, но оно полностью будет проникнуто духовной силой. И таким образом все наши телесные. И мы будем вести себя примерно так же, как раньше, то есть будем есть, спать и как-то какую-то такую телесную деятельность поддерживать, но не задумываться об этом, не уделять этому столько внимания. И тогда мы обретем милость Бхагавана Верховного Господа. И можно вспомнить Враджаван и Гауравана. Гурдам и Вриндаван, они не отличны друг от друга.
И в этом случае мы можем ясно увидеть, найти, что вот материальные люди, они в Даму приезжают, посещают какие-то святые места, у них есть деньги, могут куда хотят туда и поехать, но Дама Сварупа, Сварупа Дама, не каждый может увидеть ее и почувствовать. Какие-то материальные вещи можно, конечно, увидеть. Но Сварупу Дамы не так просто увидеть. And I will become a dasi, maidservant or other. Бхактивинода Тхакур. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур. In his writing. В своих книгах. Вот Картик Врата уже началась. So there, Бхактивинода Тхакур, you can find. И вот можно найти Шрила Бхактивинода Тхакур в Баджан Рахасе. In his different writings. Он пишет. How gradually you can get entry, how gradually you can develop your power. Как обрести силу на пути баджана, и вот Сиддхадеха. You know, how you can get. Как мы можем обрести Сиддхадеху? Я уже сказал те, кто Рупануга Бхакты, я уже сказал согласно их описанию Вишванатха Чакравати. Махарадж Вайрамананда Савати говорил, когда он обсуждал это. Любые преданные, которые совершают баджан здесь, они в итоге должны оставить тело и родиться в чреве гопи. Поскольку оставляя тело, когда они родятся в следующем теле, то в течение этого периода между вот как они оставили тело и следующее получили, то в этот промежуток, куда он деется, Махарадж сказал, что нет промежутка, поскольку Кришна Лила, она непрерывно происходит во всех бесчисленных брахмандах, и поэтому если преданность рождается в какой-то брахманде, то времени не происходит, поскольку все это как вращается, как колесо. Различные виды Кришна-лилы, они происходят постоянно, и поэтому йога-майя так организует, что преданному не нужно ждать, и вопрос возникает. И вот Наротам Такур, когда пишет киртан, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, Наротам Такур пишет, и в этом случае, когда Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, и Наротам Такур, вот они в своих киртанах, эти преданные рупануги, они пишут то, что я рожусь в Вришабханупуре, и моя свадьба, этот отец отдаст меня замуж в Явате. И вот Радхарани, потому что в Явате и во второй этой строке говорится, и вот здесь чудесные слова говорятся, в мои привычки я могу автоматически получить в Раджа Гопи Бхаву. И вот различные бхавы итак, по милости Гурупад Падмы, если, естественно, мой Гурупад Падма тоже раса, поскольку есть различные гуру, и вот Гурудев, по милости, Гуру
И вот так, по милости Гурудева, мы можем видеть все. И также Гурудев видит все как, как составляющие Кришна Баджана. У него нет никакой склонности к наслаждению. Bhogya bhed darshan rahit, that we all totally you can feel adhyayan tattva fully. At the same time, diversity you can also feel is excellency. То есть и такой Гурудев, он чувствует как, точнее, когда мы сможем чувствовать как адвайян таттва, такие различия, разнообразие в единстве, единство в разнообразии. А еще это неправильно думать, что если такие великие преданные, как Шрила Прабхупад, то есть он уже в Раджавасе, ему не нужно умирать и рождаться в чреве какой-то гопи, чтобы стать в Раджавасе. Это не так. Они уже имеют духовное тело. Это для многих это непонятно. Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Нарутам Тхакур, они все в этом теле, они в уме. Они совершают баджан, то есть им, чтобы получить духовное тело, не нужно умирать и рождаться заново. Анама Сидха Махатма, который имеет расататву, чувство расататвы, как мы можем ожидать, что им нужно умирать и опять рождаться, чтобы получить новое тело? Нет, они уже совершенны, они уже имеют это духовное тело по милости Харинама Прабху. Если мы сможем достичь совершенства, то как? И вот Санатан Гасай в Брихат Бхагаватамрите, я уже сказал, Сидадеха не значит, что нужно оставить это тело и, в смысле, умереть и новое получить. Нет, это может быть и не так. И поэтому Санатан Гасай, я уже говорил об этой шлоке много раз, то, что непрерывно Харинам Санкиртан через Харинам Санкиртан. Тело и вещи, связанные с телом, мы забудем об этом. Благодаря Санкиртану, если мы будем полностью погружены в Санкиртан. И что такое совершенство? Бхагаван, он Сачидананда Руп, а в обусловленном состоянии из-за недостатка милости Сваруп Шакти эти люди находятся в таком сложном состоянии, как инвалиды какие-то. Но когда по милости Гуру Вайшнавов они могут достичь этого уровня, получить милость Сваруп Шакти, получить семя Бхакти, развить его дживы, у них есть какие-то врожденные какие-то качества. Вот Махараджа Джива Татви будет после Карчика говорить. И таким образом, смотрите, они непрерывно Кришна Бхакти Судапанат, вот в этой шлоке говорится. Они пьют нектар, и их ум, тело, оно тоже нектарно. И вот Сваруп Бхута, и вот так духовное тело, оно появляется у них, хотя внешне может незаметно быть для кого-то. Поскольку они еще находятся в своем материальном теле, но Сваруп Деха, она уже появляется в них, духовное тело они уже обретают. Не оставляя этого,
И вот Вишвана Чакаватипат пишет, и мы также говорим, каково глубинное значение, что хотел сказать Вишвана Чакавати, мы должны понять это. Хотя мы уже знаем из Шримад Бхагаватам Махапурана, здесь описывается то, что если Свапача человек такой низкокастовый, он тоже может достичь высокого положения, если он предан Господу. И почему это происходит? Бхагаван, имя, если такие люди не воспевают непрерывно святые имена Верховного Господа, то они могут возвыситься и исправить все свои недостатки, как пример приводит Нарада с охотником. Охотник благодаря общению с Нарадой и благодаря его милости он оставил все свои скверные привычки, он перестал убивать животных и стал святым. И также дживатма, она может обрести свое утраченное сознание. Кто-то совершал достаточно аскез, а когда они совершали эти аскезы, а тогда, когда они воспевали святые имена Господа Хари Кришна Махамантру. И они очистились таким образом. И вот они стали настолько чисты, что невозможно представить, насколько чисты они стали. Они такие преданные, они всегда воспевали святые имена Господа, и те, кто совершает харинам, как Вамшиват Дас Бабаджи Махарадж или Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, они настолько чисты. И в этом случае, согласно Сиддханте Санатана Гасая Пада, у них уже Сварубхута Деха была, и для них, then the Siddhanta is wrong. How it is possible? If they leave body, they are already pure. They want to leave body. А то есть если какой-то преданный, он совершая баджан, он достиг очень высокого уровня, и он очистился, ему уже не нужно оставлять тело, поскольку благодаря харинаму они могут непрерывно уже служить Верховному Господу уже в этом, еще в этом теле. Но Вишвана Чакаватипат пишет, и что, а, то есть и значение вот этих слов, что каждый должен родиться из чрева гопи, чтобы иметь какое-то отождествление с Вриндаваном, с Враджа-дамой. Но Вишвана Чакравати, он говорит, но это опять же не обязательно, что наша Гурвага должна рождаться заново, чтобы стать Враджаваси. Они уже очистились с помощью баджана, и им не нужно рождаться еще раз, поскольку внутри они всегда заняты служением Божественной Чите. Рупа Госвамипад, как Гора Паршат,
но он в то же самое время Рупа Манджари. И таким образом есть некая запутанность, как это понять. Не все могут осознать. И вот в материальном мире мы можем найти, когда мы идем, рождаемся из чрева матери, наше тело должно пройти через самскары. И пройдя через самскары, тогда вот первая самскара, вторая, когда вы обретаете священный шнур, это вторая самскара, третья. Мантры от Гурудева получаете. Кама Гайтри, Кама Биджи. Я говорил уже об этом из Брахма Самхиты, как Брахмаджи. Он родился заново. Он, как он обрел новое рождение, когда ему дали Кама Гайтри, Кама Биджи, то тогда Брахма, он родился заново. И таким образом мы должны понять, согласно Сиддханте Брахма Самхиты, и вот этот Пурначетан, те, кто преданные Рупануги, что значит преданные Рупануги? Те, чье сознание находится в полном, оно, то, чье сознание полностью раскрыто, и такое служение невозможно ни для кого, никто не может совершать это служение, кроме Враджа-гопи. Поскольку наше сознание четан-вритти четан-бава, она проявляется, и в итоге, когда мы обретем такую же удачу, как и у гопи, это значит, что наше сознание полностью раскрылось. Пурна Тара и Пурна Тама. И вот это есть степень сравнительная. И вот эта последняя степень значит, что оно раскрылось во всей своей полноте. И таким образом, все, что у нас есть, когда мы все это займем в Кришна-севе, это может быть только тогда, когда мы обретем гопи-бхаву. И тогда мы сможем все без остатка занять в служении Кришне. И когда эта бхава явится внутри нашего сердца. По милости Гурупад-падмы, которая не отличена от Вришабхану-надине. И тогда все проявится нам. И что это значит? Народ там так говорит. Враджа гопи бхава хойбе сабхав. Это естественно. И вот это ясно. Та бхава, которая говорит Нарутам Таку, и Вишвана Чакраварти также говорит. И это все произойдет по милости Радхарани и Гурудева. Мы обретем совершенство и узнаем о нашей роли в духовном мире и о нашем служении. И такое чувство, оно явится в нашем сердце, когда по милости Радхарани и Гурудева мы обретем это достижение. И вот, чтобы обрести эту бхаву, это чувство, и откуда мы знаем, что Гоур-кишор-дас Бабаджи Махарадж, он Гуна-манджари? Как мы знаем то, что, откуда знаем, что Шрила Прабхупада Нарайана Муни Манджари? Как мы знаем об этом, как вы доказательство? Если они оставят тело и после этого только обретут духовную форму, то как они могут говорить? И вот народ там так говорит, согласно Сиддханте,
И Санатан Госвамипад также говорит, здесь мы можем видеть все. Естественно, мы разовьем такую привычку севы, как гопи, полностью. Внешне мы можем находиться в этом теле, но внутри полностью измениться. И вот в нашем собственном теле мы можем достичь совершенства. И вот эта враджа-гопи-бхава, она может явиться внутри нашего сердца. Это гопи, гарбха-джанма называется, родиться в гопи, духовно в этом случае. That is called Nija Siddha Deho, Siddha Nam, Siddha Sarup, Siddha Basan Adi, clothes, etc., Siddha Seva, or you can get information. Oh, Vishwanath Chakravarti speaking. И вот Вишванат Чакрабарти говорит. То, что мы должны родиться в чрева гопи, это правильно. И в этой жизни, по милости Гуру, по милости Гурудева и Радхарани, возможно для нас родиться в гопи, родиться как гопи, из чрева гопи. Они, какие-то люди думают, что нужно заново физически родиться, но это, конечно, хорошо. Те, кто находятся внутри Вриндавана, про них можно сказать, что те, кто садан сиддха гопи, они могут идти этим путем. И также мы узнаем то, что есть какая-то запутанность из Ведастути, что кто-то там родился во Вриндаване. И и вот таким образом кто-то запутывается, не может понять, в чем же подлинная сиддханта. Как, когда кто-то рождается в семье брахмана. Я говорил уже об этом, кто такие брахманы. Сейчас я кратко расскажу. Даже если вы родитесь в семье брахмана, то все же без самскар вы не можете стать подлинным брахманом. Вы не можете получить право изучать веды, если не пройдете всех брахманических самскар. И также не получив дикши, мы не можем поклоняться шалаграмму, у нас не будет права поклоняться шалаграмму. И также в этой жизни, по милости преданных Рупануг, если мы узнаем обо всем этом, то у нас будет возможность служить Верховному Господу, находясь в этом теле. Мы будем находиться еще в этом теле, но в уме можем служить Рада Кришне. И Махапрабху говорит об этом Рагунатху Дасу Гасаю, поскольку он получил полную милость Нитянанды. Но мы не можем сравнивать его жизнь и нашу. До тех пор, пока мы не родимся внутри Вриндавана, как в Раджа-гопи, мы не сможем обрести эту возможность служить Божественной Чите Кишор-Кишору. Вы уже знаете, в Читане Читамрите сказано, что с помощью Витхи-марга мы не можем обрести Рагануга Бхакти. Даже Гопешвар Махадев, Гопешвар Махадев, он хотел войти на путь Рагануга Баджан, но ему не позволили сначала, и потом он сделал что-то, и тогда он обрел возможность войти в Кришна-лилу. И вот таким образом
If we are not going to если мы get our не обретем нашу нитисварупу Гопи-бхаву, то до этого момента у нас не будет возможности права служить Радха-Говинде. Радха-Говинда, служение Божественной Чите, это невозможно будет для нас до тех пор, пока мы не обретем эту Гопи-бхаву, эту Сварупсита-бхаву. До этого момента, пока мы не обретем ее, мы не сможем служить Радха-Говинде в обусловленном состоянии. Мы, конечно, можем пытаться поклоняться Радха-Говинде, но это не будет подлинным поклонением Радха-Говинде, а будет каким-то служением Лакшми-Нарайане, например. До тех пор, пока у нас это такое мировоззрение, мы не можем обрести этот шанс. А когда мы этот шанс в Раджа-бхаве обретем, когда это все само проявится внутри нашего сердца, и тогда мы сможем начать служить Радха-Говинде и обрести вечное служение им. И вот Гопинатх — это имя Гопинат, Гопи плюс Натх. Это выглядит, что те, кто Гопи, они их Натх, их господин, и поэтому он Гопинатх. Но здесь, согласно санскритской грамматике, если разделить эти слова «гопи», «гуп дату» значит «тот, кто защищает». «Гуп дату» — это root. It means to give full protection. So, when и вот «гуп дату» — тот, кто защищает его, когда Кришна видит, что Дживатма проявляет такую бхаву, такую уникальную бхаву, такое чувство полностью. И тогда Кришна защищает такую душу. И поэтому его имя Гопинат, Гопи Гуп, значит защита. Те, кто находится под защитой Кришны. И когда мы, наша четан-вритти проявляется внутри нашего сердца таким образом, то обязанность Кришны полностью нас защитить. Это великий праздник четан-вритти, великий праздник сознания. Наша четан-вритти, она может получить возможность участвовать в таком великом празднике в Манхотсаве. Раса-сева Радха-Кришна – это наивысший праздник, наилучший фестиваль. Четан-вритти, когда мы достигаем такого уровня, то это великое дело. Это праздник расы. И таким образом Кришна защищает их, и поэтому они гопи. Они всегда находятся под защитой Кришны Гопинатха. И никто не может посягнуть на них внутри Вриндавана. Никто не может имитировать, подражать им. Есть определенная процедура, через которую они могут обрести шанс. И вот Джива Госвами Пад также, когда писал комментарий, И вот это Сиддханта запутано, обычные люди ее вряд ли поймут. И they are practicing sahajiya. They are going to какие-то люди пракрита сахаджи, они ошибаются, понимают превратно многое, хотя я уже сказал. They are already purified. Same thing happened. И то же самое случилось, когда Джада Бхарат, он говорил с Ракхуганом, я вернусь к этой теме. Lila Sevan, Lila, everything. You can get chance to get entry into
You know. So again you will have to put them into machine to purify them. It's not good. It's wrong siddhanta. They are actually making wrong siddhanta. Harinam asraya, they are already under the shelter of Harinam, param mukto. This way. И вот Вишвана Чакурати подхватил сказать, и Джива Госвами также говорит, и вот Джива Госвами говорит, что мы должны ждать, чтобы родиться из чрева Гупи. Каково значение его слов? Откуда такое? Появляется. И вот если кто-то не родится из чрева Гупи, то он не может служить в духовном совершенном теле Кришне. Но все же кто-то может обрести служение уже в этой жизни, находясь в этом теле, в своем теле. Насчет Расататвы много споров идет, я хочу сказать об этом. И также есть тема о том, каковы качества, чтобы обрести доступ в эту Расататву. Я завтра буду говорить об этом. И вот перед Горкишвардас Бабаджи Махараджем пришел один Гасай какой-то, чтобы Сидда Пранали получить. Я был в Сурьякунде, там Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, он по милости Радхарани уже обрел свое вечное духовное тело. Он пошел в Сурьякунду, он омылся в Радхакунде и получил такое откровение. И также Сидда Кришна Дас в Манасаганге обрел совершенство. И таким образом Сундарананда Такур, один спутник Гуранги Махапрабху, и вот там один Гасай пришел, чтобы изучить Рагануга Баджан. И вот он пришел к Горкишвардас Бабаджи Махараджу, но Сидда Махатма Горкишвардас Бабаджи Махарадж, он осознал свое его положение, что он был полностью материален, и на таком уровне, как Бабаджи Махарадж мог что-то сказать ему. И вот так в течение нескольких дней он говорил, что сегодня нет времени, завтра приходите, завтра, опять завтра. И вот так говорил несколько дней, тот человек разгневался, что нет времени. И вот начал как-то ругаться с Бабаджи Махараджем и ушел. И Бабаджи Махарадж, как он ушел, он сказал: глупые люди, если они не могут потерпеть потери даже одной копейки, постоянно заняты подсчетом прибыли и убытков, и как такие люди могут совершать Рагануга или Рупануга Баджан, Бабаджи Махарадж говорит так. Откуда они узнали, что их материальное ума и тело, с помощью своего материального ума и тела, как они могут обрести Сидда Пранали? Они пришли, чтобы что-то узнать от меня, но с таким нетерпением они могут только идти читать книги, я посмотрю, смогут ли они
чего-то достичь из-за этого чтения. Let them do. By watching, и вот by watching book, смотря в книге, никто не может обрести Сиддхадеха, достичь совершенства. Сиддхадеха — это не вопрос... это нельзя купить. И вот в различных рынках. И вот эти сахаджи, эти торговцы пытаются что-то делать. И вот он говорит, что некоторые занимаются коммерцией с религией. Раздают эти духовные эти тела направо и налево, но Бабаджи Махарадж говорил, что они просто совершают огромные ошибки. И их дурное поведение одни проблемы принесет. They are going to speak this in, you know, in front of public, openly. Now, и вот Бабаджи Махарадж говорит, из-за этого в этом мире куча проблем возникает. Big, you know, loss for them. They like to get one ladder to climb up the head of Krishna, and there they like to pass. И такие люди хотят залезть, представить лестницу Кришне, залезть к нему на голову и там как-то оскорнить его. Это их такой баджан у них. Take one ladder from somebody. They like to climb the И вот они так хотят залезть на голову Кришны и испражниться там, это их такой баджан. Такие люди, они не зрелые, те, кто не зрелые. И делают вид, что они гуру. Information to Sishya, disciples, Siddha Pranali, these, that. Bhavarima used to say, и вот такие люди, которые раздают всем Сиддха Пранали направо и налево, то Бабаджи Махарадж говорил о таких, что если вы все хотите обрести подлинное благо, то будьте уверены, что вы должны. Sit in front of me. I cannot allow you. Прийти ко мне, я не могу позволить вам пойти в какие-то скверные места, нет. Если вы хотите совершать этот баджан, то вы придите, приходите ко мне, и если вы хотите обрести подлинное благо, то непрерывно вы должны находиться со мной и повторять подлинный харинам. Если вы хотите что-то посчитать, подсчитать, или получить что-то, то и тогда майя, она схватит вас за шею и убьет. И вот так майя, она может убить вас, и вы все потеряете в итоге. Так много людей приходит ко мне, чтобы обмануть меня. Бабаджи Махарадж говорил об этом. Так много людей приходят, но они хотят просто обмануть меня, но они не могут обмануть меня. Через эту Сиддханту Гаура-Кишодас Бабаджи Махараджа мы можем понять, что Бабаджи Махарадж хотел сказать нам. И вот идут споры о расататве,
dirty conception of people about Rasa Lila. У Раса Лили так много всяких скверных этих представлений. И вот Шрила Санатан Госвами Пад, перед Санатаной Госвами Падом Махапрабху говорил Санатана Шикша. Будьте осторожны. И вот Махапрабху уже сказал во время дикши, когда вы предаетесь какому-то татвагьяне, раса, вид гуру, то Кришна, он примет вас, если этот гуру подлинный, естественно. Это тело становится трансцендентным, с трансцендентным телом. Вы сможете служить Радха Кришне, а в этом материальном теле нельзя. И вот Махапрабху говорит, когда вы обретете такое духовное тело, то тогда в нем вы можете совершать служение Радха Кришне. И вот атмасамарпан, самопредание. И после полного самопредания, когда вы обретете дивигьян, и после этого, когда вы будете совершать баджан, вы обретете Сиддхадеха, духовное тело, оно проявится в вас. И таким образом вы должны ждать и смотреть. Now in this и вот сейчас в этой расататве эти сахаджи так много проблем пытаются как-то привнести. Сейчас ситуация очень критичная. И чтобы исправить эту ситуацию, достаточно тяжело ее исправить. И вот введение к этой расалила татве. Мы должны ждать. И вот 10-й песня Шримад Бхагаватам. И вот Шри Бадрай Нивача. What is excellent this, you know, Rasa Lila, Rasa Tattva. И вот Махарадж сейчас будет читать о великолепии Rasa Tattva. In this Ekonotrinshodhaya, и вот из 29 главы там сначала говорится Шри Бадрайни Вача. Шри Бадрайни Вача. Now question is, Бадрайни, what do you mean by Бадрайни? И yes. Вот что значит Бадрайни. In some places in Bhagavad Gita Mahapuran. И вот в Шримад Бхагаватам и Махапуране иногда мы можем видеть имена Шукадева Госвами as Бадрайни. Как Бадрайни. Почему? Because поскольку Парикшит Махарадж. Парикшит Махарадж, перед Парикшит Махараджем, этот Парамахамса, лучший из Парамахамс Шукадева Госвами, он явился в форме Парикшит Махараджа. Он говорил о различных лилах преданных. И лилах Кришны. Он собирался говорить о лилах Кришны, но прекратил. И вот когда в конце девятой песни он кратко, буквально несколькими шлоками, он все это сказал. Но Парикшит Махарадж, он хотел видеть желание Парикшит Махараджа, поскольку это
это очень сокровенный топик, сокровенная тема. И вот Парикшит Махарадж, он молился лотосным стопам Парамхамса Гуру: «О Гурудев, почему ты прекратил, почему ты не говоришь подробно о Кришна Лиле?» Но Шукадев Госвами хотел проверить качество, достоинство Шукадева Госвами, Парикшит Махараджа, точнее, чтобы он слышал, достоин ли он слышать Кришна Лилу. И также мы должны понять, что те вопросы, которые задает Парикшит Махарадж, они все для нашего вечного блага, и поэтому в начале Шукадев Госвами говорит, он прославляет своего ученика Парикшит Махараджа. Your question is very excellent. Твой вопрос, он великолепен. Барьяне сате прашна крито локо хито нибаха. You are going to put this question in front of me for the benefit of all. Ты задаешь этот вопрос ради блага всего мира. Атмавит санматаха пумса. Those who are атмавит пуруш, те, кто атмавит пуруша, те великие, великие личности, они одобрили этот вопрос. А почему такой вопрос не возникает? Вот в этом главный вопрос. Почему в нашем сердце не возникает такой вопрос? Вот этот вопрос мы должны задать себе. Если это татва-джигьяса, атма-джигьяса, самовопрошение о том, кто мы на самом деле, не возникает в нашей жизни, что толку делать что-то дальше. И вот Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами говорит Парикшиту, что твой вопрос, он великолепен. И этот вопрос, он одобрен всеми махапурушами. It is approved by them. And sotabhya, sotabhya, sotabhya vishu japara. Sotabhya vishu japara. Anything you have, и все, you have the chance to hear so many things in this world. Hear and speak. Ты слышал в этом материальном мире sotabhya vishu. Есть много вещей, о чем можно говорить и слушать. Sotabhya vishu japara. But it is topmost. Но это наивысшее. It is topmost. I mean, the topics of Krishna is lila. И тема о Кришне, о его деяниях, она наилучшая, наивысшая. Nothing can be compared. Ничего не может сравниться. Nothing can be compared with this kind of. С этим. You know, thing, which is related to Krishna. С тем, что связано с Кришной, ничто не может сравниться. According to a question of Parikshit Maharaj, и вот согласно вопросу Парикшит Махараджа, Шукадев Госвами, Парамахамса Шрештха, он начал говорить о Джанма Лиле, о Лиле явления Кришны, о Путанамокша, Бали Лиле и остальных лилах. Потом о том, как Кришна пас коров. So many lila. И вот много других лил он рассказал. Different lila. Param Madhu. Also we already, you know, got the scope to go through Kaliyadaman lila, Vastaran lila. И вот Kaliyadaman lilu, Vastaharan lilu мы изучали, чтобы проверить себя, чтобы понять, действительно ли. Что это настолько великолепно, как Вастахаран Лила, например, многие люди объясняют очень скверно, но мы должны изучать эту Калиадаман Лилу, Вастахаран Лилу и понять их должным образом. И когда мы поймем, мы увидим, насколько они великолепны. И кто? Кришна Двайпаяна Видавьяс, это Нараяна Аватара.
Narayana Saktavesh Avatar. Narayana Saktavesh Avatar. Sri Narayana Avatar. Maharshi. Maharishi. Sri Krishna Dvaipayana Vedavyasa. Sri Krishna Dvaipayana Vedavyasa. He took travel to go to Bhadrika Ashram. Отправился в Бадрика Ашрам. To stay there. И находился там. А почему? Actually, in Shastra we can в шастрах мы видим, if somebody going to stay there, если кто-то находится там, в Бадрика Ашраме, if they are going to stay there for 10 years in Badrayana Kshetra, и вот кто-то если живет в Бадрайна Кшетре в течение 10 лет, например, one night in Bodhika Ashram, если кто-то живет, находится в течение суток в Бадрика Ашраме и совершает аскезы, то эти аскезы равны 10 годам совершения аскез в каком-то другом месте. Там очень аскетичная обстановка, холодно там и прочее. И Махарадж там был несколько раз по милости Гуру Вайшнава в Гурудева. Он был там, он почувствовал нечто. I also went inside ashram. Также я был внутри ашрама в Ясадева. External self is just like in Bhagavatam. Внешне там все так, как в Бхагаватам описано. Вот в Бхагаватам можно. Там увидеть внутри внутри пещеры. Течет Брахманади Сарасвати с полным, то есть с огромной силой она течет оттуда. И вот Ясадев Госвами, он решил находиться там. Он хотел описать многое. И вот, поэтому он решил отправиться там, находиться в этой пещере, в Гималаях. Бадрикашрам, и он осознал славу этого места, и Удава также получил наставление от Кришны, чтобы отправиться в Бадрикашрам, совершать баджан, и в одной сварупе Удав, он там и в Бадрикашраме, а в другой сварупе он во Вриндаване в Удавкунде. So anyway, Vyasadeva Goswami took travel, there were so many things, but why is Vyasadeva Goswami taking this kind of decision? It's so deep thing, you know, deep feeling. И вот почему Вьясадев Госвами сделал так, из-за своего глубокого чувства, обусловленные души не могут этого понять. И вот он решил находиться там долгое время. И он сконцентрировался на лотосных стопах Говинды. Он хотел совершать баджан там. И вот там Нарайан Бхагаван. Там есть этот Нарайан Парват. А Трипутра. И вот они там баджан совершали, муж по этой причине он там был. И поэтому он находился там достаточно долгое время, и Бадрикашрам, Бадрайан, там особые. Дерево там, какое-то бед три. У Махараджа тоже есть это особая палочка от того дерева, бед называется дерево. И вот там, и поэтому мы говорим Бадрайани Увача. Бадрайани значит Ведавьяс, то, что Ведавьяс сказал. В Наймишаране, когда Шанакади Риши, он прославлял. You know,
Шутадева Госвами, то там он хотел сказать. Бедо видам срешто, жани бедо видам срешто, Бхагаван Бадрайана. So there also this kind of so actually in Bhagavatam also time to time. И вот Бхагаватам также время от времени в различных местах мы находим. Term Бадрайани вачо, Абадрайан вачо, and for Шукдев Госвами it is called Бадрайани. И вот. Like Kunti Putro Krishna, Kunti Putro, you know, Arjun, that's like Kaunteya, sometimes. Kunti Putra Arjuna, его иногда называют кратко Каунтея. Бадрайани mean actually. Бадрайани значит Шукадев. Бадрайана Ведавьяс. А Бадрайана, а вот Бадрайана Ведавьяс. Парамхамса Чурамани. Парамхамса Чарамуни лучший из Парамхамс. Это Шукадев Госвами, у которого нет никакой связи с этим материальным миром. Его ничто не привлекает в этом мире. И как это возможно для Шукадева Госвами говорить о каких-то материальных вещах? Если Расалила была бы материальной, то как он мог бы говорить о ней? И вот этот Парамхамса Чурамани, Бадрая Нандан, Ведавьяс Нандан, Шри Бадрайани, он написал суть Расалилы. И тогда, несомненно, мы можем прийти к заключению, что здесь нет ничего материального. Это невозможно. Это не есть описание какой-то материальной расы. И вот какое-то великолепие должно быть, мы не понимаем в этом, наша ошибка, мы не можем понять. И также Шукадев Госвами, он родился здесь, в Бадрикашраме. Так много материальных философов, писателей, поэтов. Они говорят, как иногда каким-то скверным образом, что эта лила не может случиться, Бхагаван он чист, как он может такие лилы являть. И думают, что это осквернит Бхагавана. Кто-то говорит, что это просто история какая-то, которая не может случиться. Бхагаван может как-то это... И вот какие-то люди могут говорить так или иначе, какие-то глупые люди могут заявлять, что Расалила, значит, Дживатма обнимает Параматму, это называется Расалилой. И вот с различных точек зрения, с различных этих уровней кто-то замечания какие-то делает. И перед тем, как начать эту Расалилу, Вьясанандан, его имя Бадрайани, и перед тем, перед началом Расалилы мы получаем такое особое имя. Здесь не говорится Шуковача, а говорится по-другому. А почему? Везде написано Шри Шуковача, но здесь
Перед началом этой Расалила Таттвы здесь говорится, Шри Бадрайни Вача здесь говорится. И вот что сказал Бадрайни. This very inner meaning, deep meaning. We have to discuss this point almost for one month. Очень глубокое значение имеет то, что он хотел сказать. И вот что же он говорит. Бхагавану питаратрихи сарадотпулло малликаха бичарантум манасчакре йогамаям упасритаха Бхагаван упи таратрихи Сарадат Пулла Малликаха Бикшо Рантум Манас Чакре Джогамаям Упасрита. Each and every word of this shloka we should На каждом шагу этой шлоки мы должны все это обсуждать каждое слово. Discuss, we must try to understand. И пытаться понять Бхагаван Апи. Опи. Why it is written Почему опи? Говорится Апи? What is the use of writing Опи? Because sentence starting, chapter starting. Только начинается, почему Бхагаван Апи? Что-то до должно быть. There, если что-то you know, есть до этого, потом Апи говорится. If something is there already, spoken by somebody, Then I can say, I am also going. I mean, somebody going. То есть вот это апи, значит, тоже то есть, должно быть нечто, к чему это тоже применяется. Of this word. Be careful. Bhagavan opi ta ratrihi sarada phulla mallikaha bikshorantum manas chakre. Bhagavan. И вот Бхагаван. You know, watching this exclusive condition. Он, смотря на всю эту обстановку, которая создана Йогамайя, если вы не понимаете этого, то много вопросов может возникнуть. И вот я хочу обсудить то, что я хотел сначала обсудить. Before starting Rasalila, И вот перед тем, как начать Расалилу, почему? Why the speaker of Rasalila is going to narrate? Тот, кто описывает Расалилу, почему он использует это имя Вьясанатан Бадрайни? Почему мог просто сказать Шука Увача, все и так знают Шуку, но почему так из... Он говорит не прямо. Он знаменит как Шукадев Госвами. И вот в Брама Вайврата Пуране мы находим. И вот Шри Кришна дает совет Вьясадеву Госвами о Вьясу. Твой сын говорит подобно этому попугаю. Сук-пакши. So, in Bhamma-Vaivarta Puran, they can find these topics. Krishna is going to speak, suggest to Vyasa. И вот можно в Брама-Вайврата Пуране найти, что Шукадев дает совет Вида-Вьясу о Вьясу. Сук-бат манагьяхо бруте бато бхавату тачхука эва нам. Hey Bas, Vyas, Tadiya Tanayaha, your son, O Vyas, твой сын, Suko Bhat Managva Brute, is very sweetly speaking like Он говорит очень прекрасно, like как попугай, Manadgo, как прекрасная very, very птица. Nice. Sweetly, Managva is going to catch, touch my mind. Krishna speaking. То, что он говорит, оно... произвело впечатление на мое сердце. И поэтому я думаю, я думаю, что имя Шука очень подходит ему. Я думаю, что это имя Шука, оно идеально подходит для него, и поэтому...
Vyasadeva Goswami was bound to give the name of boy is Sukadeva Goswami. Is that Sukapakshi, a bird, parrot speaking very nicely. Sukapakshi, его имя. This, you know, Sukadeva Goswami. И вот этот Sukadeva Goswami. This Sukadeva Goswami. He was a, you know, first man to describe this Bhagavatam, sweet Bhagavatam. Он первый, кто описал этот прекрасный Бхагаватам перед Парикшит Махараджем, кто получил проклятие Брамы. And Sukadeva Goswami. И Sukadeva Goswami. Он говорил. Such a way. Настолько великолепно, он настолько великолепно представил Бхагаватам, что после того, как весь Бхагаватам закончился, Парикшит Махарадж начал говорить. I am grateful to you. Я очень благодарен тебе за то, что я услышал это послание Бхагавататвы. Я благословлен тобою. Kritartosmi, I am successful. Я достиг успеха. Kritartosmi, I feel myself, think myself lucky. Я думаю, что я очень удачлив. Kritartosmi, anugrahitosmi, I am blessed by you. Through your non-stop Bhagavat Tattva Vigyan, Pravachan, Bhagavat Katha. So Sukadeva Goswami, и вот Sukadeva Goswami, он лучший из Парамахамс. It's very rare, you know. И очень редок он. So by the desire of Krishna, by the desire of Krishna, because nobody going to invite Parikshit Maharaj, Sukadeva Maharaj. Nobody going to invite Sukadeva Goswami automatically. И по желанию Кришны, поскольку Sukadeva Goswami никто не приглашал, он сам пришел. They are coming by the desire of Krishna. Sukadeva Goswami coming. Он пришел по желанию Кришны. Он пришел в эту Сукатара Кшетру, где Парикшит Махарадж, великий царь, он сидел перед всеми Риши Муни, чтобы найти решение в своей, последнее решение в своей жизни. Никто не пригласил Sukadeva Goswami, он сам пришел. He's coming. Here actually. И вот здесь. In the beginning of Rasa Lila. В начале Раса Лилы. This Badrani Vachavulia to Aramba Dagai. Why has some inner meaning? Have some gravity. Такие слова говорятся, чтобы придать значение всему повествованию, как попугай. Он очень прекрасно может петь. И также Sukadeva Goswami может таким же прекрасным образом объяснить Шримад Бхагаватам Махапурану. И это будет похоже на поток. На ливень милости, ливень расы. И все, кто услышит эту Бхагават-катху, которую сказал Sukadeva Goswami из авторитетного источника, как от всех, как, например, от этих Риши и Муни, которые слушали Sukadeva Goswami, сидя в Наймишаране. Any man
Любой человек, у которого нет никакой скверны, это имеется в виду тот, у кого есть огромная вера в Бхагават Лилу, в Гуру Вайшнавов, и такие личности, такие люди с чистым сердцем, такие люди с чистым сердцем, их сердце может растаять, услышав все это. И вот Бхагаван, он самодостаточен, нет никакого вопроса, недостатка в чем-то в нем. А почему Бхагаван являет такую лилу, мы должны узнать. Inside Vrindavan, there is Radha Govinda Param. You know, Radha Govinda is going to take care of two pair of there. Dakha and Vidhansa. Внутри Вриндавана Радха Говинда, у Радха Говинда есть два попугая, которых любят, которые их любят. И вот в Кришна-лиле мы находим внутри Вриндавана двух попугаев, Дакха и Вичакшан, два попугая, пакши, птицы. И вот каждый день у них есть служение. И все сокровенные лилы Радха Говинды, которые они видят, они описывают это перед Лалитой, Вишакхой и всеми остальными. Then Lalita Visada, in front of Lalita Visada, whatever Leela they are watching, they are going to discuss. И вот они прославляют все их лилы, и также у них есть обязанность будить утром Радха Говинду. Они все организуют таким образом, чтобы Радха Говинда проснулись и отправились по своим домам. Они, и это опасность проспать она, и прочие какие-то опасности, они насыщают эту лилу. So this way actually, Bhagavan, those who are lucky devotees, и таким образом те удачливые преданные, которые могут слушать, you know, Bhagavan going to this kind of nice Radha Govinda madhur lila, madhur sweet lila. To glorify this Leela, bonded people cannot understand. So Shukadev Goswami going to glorify this Leela. И вот Шукадев Госвами, он прославляет эту лилу таким образом, что чтобы материалисты, они освободились от своей майи, чтобы они избавились от майи и получили вкус к этой великолепной лиле. И поэтому Шукадев Госвами пришел сюда, в этот материальный мир, чтобы спасти нас. Великая проповедь Шримад Бхагаваты Махапураны, она была совершена Шукадева Госвами. It's very excellent thing. So, и вот Кришнадас Кавирадж Госвами, точнее, Шипат Вишванат Шикарати Пат Махашой, он пишет что-то на эту тему, то, что Бринде Гитагьо Са Вичакшанаха Сукаха Сука Ятха Бхагаватартхапо Бидаха. Vishwanath Chakravarti is speaking like that Sukha inside that Vrindavan Lila. И вот Вишванат Чакраварти пишет, как этот Шука, который внутри Вриндаван Лилы, мы думаем, что он пришел
к нам, чтобы рассказать обо всем. Прохорати премас спадаттану пама сама 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 бхада. Бхагават таттавид расататтавид Сиддхи Госвами. И вот Бхагават таттавид Шри Шукадев Госвами, он пытается trying to develop consciousness among material people. Помочь нам развить наше сознание, развить сознание спящих людей, которые спят под покровом Майя. Можно видеть, люди могут уходить куда-то, перемещаться, но по факту они спят из-за влияния Майя. И вот этот Шукадев Госвами, он очень способен, он очень способен, очень to help us develop our consciousness. Он может нам помочь развить наше сознание. And inside Vrindavan, и внутри Вриндавана Дакша и вот эти два другие попугая, они in this Krishna Lila, they are also going to, они помогают в этой Кришна Лиле. Они делают что-то, чтобы помочь Радха Говинде, в частности, будет их утром, чтобы они вернулись в свои дома, и никто не заметил. И также в прославлении Шримад Бхагаватам говорится: Нанданандан сукасту Бхагаван Свайам. Нанданандан. Нанданандан Бхагаван Шри Кришна в форме Шуки в одном смысле. И так или иначе. Те, кто полностью преданы лотосным стопам Махабхагават, те, кто у кого тем, кто имеют расатату бхаву внутри их сердца, если они будут слышать эту лилу из должного, достойного источника в правильном состоянии, то наш Наротам Тхакур говорит. И вот Наротам Тхакур, он плачет и говорит, когда же я могу обрести и понять этот Югал Вилас, когда я смогу понять это все. И вот говорится, что те, кто имеют такую непоколебимую веру в Шрадху. Есть Камала Шрадха в любое время. Кто-то слышит что-то, и что-то, если противоположное от кого-то слышит, то их убеждения быстро меняются под влиянием кого-то. Это зовется Камала Шрадха такая. Не твердая вера, которая влияется, меняется под любым влиянием. И вот те, кто, чья Шрадха, вера, она непоколебима. И тот, те, чье сердце не осквернено вожделением, те, кто имеют огромную веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, они могут понять эту апракрита мадхура лила катху, и они могут слышать ее и понять, и принять. That is why Bhakta Churamani, topmost Bhakta Narottama. И поэтому Бхакта Чарамани, лучший из преданных Наротам Тхакур, он говорит такие слова, чтобы дать нам понять то, что это не шутки, это не нечто дешевое. Наротам Тхакур, вечный спутник Гуранги, говорит, когда я смогу понять эти сокровенные лилы Радха Говинды, когда?
материалисты, тех, у кого нет веры, если они слушают о Кришне, то приходят в замешательство, они могут представить, что Кришна может так или так делать. А Парикшит Махараджа, он не какая-то обычная личность. О Парикшит Махараджа говорится в нескольких местах в Бхагаватам, что, ну, о том, что он Махабхагавата говорится. И вот в его гороскопе, когда астролог, точнее Юдхиштхиру, принесли его гороскоп, то он сказал, что это будущий Махабхагавата, и в других местах тоже говорилось об этом. И вот Махабхагавата, Махабхагавата значит, тот, кто ни на секунду не отвлекается от мысли о Верховном Господе, он всегда непрерывно размышляет о Верховном Господе. И вот о Парикшит Махараджи говорится, что он Сидда Махатма. Да, точнее о том, что он этот, великая личность. И вот есть различные признаки Махабхагават, я говорил о их признаках, и можно понять, кто такой Махабхагавата, каково состояние их, каково их положение, кто такой Махабхагават, это главный вопрос. И вот сейчас мы находим, что Парикшит Махарадж, он Махабхагавата, и в нескольких местах это уже провозглашено, но все же Парикшит Махарадж, он задает вопрос, почему? Он говорит это для нас, чтобы мы смогли очистить наше сердце, чтобы не было никакого непонимания. И поэтому Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева Госвами. О Махараджу Гурудев, он Паракилешвар, он защищает всю дарму. И он совершает такую ошибку, как это возможно? Мы слышали, что он Атмакам Атмарам, но все же он совершает такую ошибку, которую... А что ж люди скажут? И вот Парикшит Махарадж задает такой вопрос. Несомненно, он ошибку совершил какую-то. Иначе как это возможно? Те, кто защищают дарму и делают вот как-то противоположным образом, мы будем завтра говорить об этом. Почему Бхагаван, он являет такую лилу, в этом главный вопрос. Мы хотим узнать, почему Бхагаван делает вот так. Иначе обычные люди не смогут понять. Common people cannot understand. They can start argument. All different poets and philosophers. They write. И вот различные поэты, философы, они пишут. Their writing is contaminated. И что-то, как правило, их писанина осквернена, хотят они свои свои материальные мысли, материальные представления как-то применять к Кришне. Даже Баким Чандраупадьяй, он тоже что-то писал о Кришне, но кто он такой? Может, он какой-то знаменитый поэт, но кто ему дал право говорить о Кришне? И такие люди от себя пишут, от себя тяну какую-то. Но если их сердце сухо, если они не понимают
ничего, поскольку они не получили милость. И если силы хотят что-то сделать, то они оскорбление какое-то совершают и ничего не получают хорошего в итоге в этом материальном мире. Расататва, она очень скверна. Если какая-то паракия, расататва, паракия, какие-то эти паракия появляется, то она не пользуется уважением в этом мире. Но в духовном мире это наивысшее. То есть то, что в этом мире, особенно в этой ведической системе, не уважаемо, то в духовном мире это наивысшее, как, например, внебрачные отношения, это наивысшее в духовном мире, то в этом материальном мире это презирается. Нарутам Такура почему говорит так, чтобы дать нам урок? Нарутам Такура, он вечный спутник, он совершает служение во Вриндаване. Почему Нарутам Такура, он говорит такие слова, когда же пойму суть отношения Рады и Кришны, когда я обрету их милость, когда же я избавлюсь от самсары. И таким образом постепенно мы сможем понять, но до тех пор, вот мы уже говорим два часа, я думаю, это ясно вам. По крайней мере, мы поняли, что никаких скверных вещей не может быть. То, что Шукадев Госвами, нет, у Шукадева Госвами нет никаких представлений о материальных расах. Но он говорит, он говорит о великолепии Лилы Рады Кришны, и мы должны попытаться понять все это. Мы должны понять, что различные раджа риши, дева риши, они собрались там, в Наймишаране, там 60 тысяч риши. Шукартал Кшатри 88 тысяч риши, Раджа риши, Брама риши и прочих других, они все собрались, чтобы слушать Парикшит Махараджа. Почему? Поскольку не знали. Наверняка, что если Парикшит Махарадж будет находиться здесь до последнего момента своей жизни, значит, нечто произойдет, великий праздник. И поэтому они пришли, решили ждать до последнего момента смерти Парикшит Махараджа. Они решили сидеть и ждать, и смотреть, что произойдет. И вот бесчисленные риши, Махариши, Дева риши, Брама риши и прочие мудрецы пришли, и они слушали Бхагават-татва-катху, они слушали Бхагават-расу. Они пили этот нектар с лотосных уст лучшего из Парамахамс Шукадева Госвами. И вот это нектар. В материальном мире мы можем найти. Есть этот фрукт на дереве. Это он может очень сладок быть, но все же, когда птица, она клюет этот, пробует этот фрукт, то этот фрукт становится еще более сладким. И когда этот Шукадев Госвами, он описал славу, всю эту Бхагаватату, Шримад Бхагаватам Махапурану.
поскольку последний момент жизни Парикшит Махараджа очень критический момент был, поскольку Парикшит Махарадж был обречен на смерть в течение недели в очень серьезный случай. И вот он тоже пригласил Парикшит Махараджа Шукадева Госвами. Кто пригласил Шукадева Госвами? Шукадева Госвами пришел сам, чтобы даровать наивысшее благо этому царю Парикшит Махараджа. И все риши-муни, они встали, когда они увидели, что Шукадева Госвами пришел. Хотя ему 16 лет всего было, но все риши-муни, которым тысячи, десятки тысяч лет, они встали. Это правило в жизни преданности, что в материальном мире надо уважать более старых, но в духовном мире нужно уважать более старших, а не старых. И поэтому все встали и выразили почтение Шукадеву Госвами, даже его отец, дед, прадед, Васиштха, Бхаратрадж, Нарада и все они. Выразили почтение Шукадеву Госвами, и вы должны почитать, смотрите, если великие риши муни, они слушали описание Шримад Бхагаватам и Харикатху с лотосных уст Шукадева Госвами, то по рождению брамачарья лучше из Парамахамс, и это должно быть нечто возвышенное, нечто очень чистое. И не может случиться так, чтобы он говорил о каких-то материальных вещах. Это невозможно. В материальном мире могут быть какие-то отношения между мужчинами и женщинами, и если это длится какое-то время, в этом материальном мире, но все же это осквернено, поскольку это связано с их удовлетворением их собственных чувств. Хотя может кто-то найти какие-то возвышенные чувства, но все же все пытаются удовлетворить свои материальные органы чувств. И вот такие люди пытаются так или иначе удовлетворить свои собственные органы чувств, свое материальное вожделение, и поэтому ничего такого мы не можем ожидать от Шукадева Госвами, кто есть лучист Парамахамс. Мы должны подготовить себя, чтобы понять, что такое Расалила. И также это не какие-то фантазии, которые придумал какой-то философ. Какие-то материальные эти поэты, писатели, они придумывают что-то, но это не то. Кто-то говорит, что Расалила — это когда Дживатма сливается с Параматмой, но это не так. Какие-то люди любят делать какие-то замечания, не по делу, но мы не должны их слушать. И вот в начале Расалилы я произнес вот эту шлоку из Шримад Бхагаватам. Шри Бадраяни Вача, это первая шлока Раса Панчадья. Sarada Kulla Mallikaha Bhiksho Rantum Manas Chakre Yoga Mayam Upasritaha is very strange sloka. И вот эта шлока очень странная, каждую букву шлоки, этой шлоки мы должны обсудить, каждый символ, и тогда мы сможем понять, что это очень важно. И вот последняя шлока Расалилы. Я произнесу первую и последнюю шлоку. I was speaking, I can discuss all in detail tomorrow, where you can find
А завтра более подробно буду обсуждать все о том, как Парикшит Махарадж спрашивает, что Бхагаван Верховный Господь, он являет такие скверные лилы внешне. И может он совершил какую-то ошибку, и завтра мы получим ответы на эти вопросы, и вот сегодня пытайтесь понять. That you try to understand the last, you know, line. Вот последняя шлока из Расалилы, из раздела Расалилы. Викритам бхаджабаду гхиридамча вишну. The last shloka. Those who are going to hear with full faith. И вот те, кто слушают с огромной верой. Those who are going to hear this Расалила with full faith. Full stamina and enjoying full kripa of Rupanuga. Вот те, кто получил полную милость Рагануга и Рупануга преданных, они могут обрести пара бхакти, я уже говорил об этом. Пытайтесь понять эту шлоку, не забывайте, в Рай Рамананда Самвати я говорил об этом. Those devotees, almost и вот те преданные, они, когда они практически избавились от анартха. Может остаться какой-то запах, но все анартхи, они практически уничтожены. Мы практически избавились от них. И для них Парампуджа Пачила Кешава Госвами Махарадж говорит таким образом, для них это не значит, что какие-то скверные люди, которые непонятно чем занимаются, нет, это не, к ним не относится. So any kind of smell of karma there. И вот если есть какой-то даже запах кармы, он все равно в процессе баджана уйдет, он не сможет находиться. И вот с огромной верой, с огромным уважением, с полной милостью Гуру Вайшнавов мы должны слушать. Это не что-то материальное. Мы должны понять все это с различных и обсуждать с различных точек зрения и вопрос в начале Раса Панчадьяя. Очень странно я сказал и хочу напомнить вам. Даже Бхагаван, он решил to do lila. It's strange word. Bhagavan opi, Bhagavan also. What do you mean? Bhagavan также. You have to understand. Bhagavan opi. И вот Бхагаван опи, что значит? Викритам бхаджабаду гхиридамча вишну. Why Кришна? Why? И вот в этой шлоке почему Вишну упоминается? Почему Шукадев Госвами не сказал Кришна, а сказал Вишну? To give you a clear conception, Vishnu, all pervading supreme Lord, Krishna is also. Чтобы дать вам представление, что Вишну вездесущий, верховный Господь, вездесущий Вишну, и он вездесущий, и Кришна он пребывает в сердце каждого и в сердце Вишну также. И вот последний шлоке, почему Шукадев Госвами использовал слово Вишну, а не Кришна? Чтобы показать значение всего этого, чтобы мы не могли легкомысленно об этом подумать. Это не какая-то дешевая лила, нет. И поэтому здесь Вишну значит Кришна, но все же Шукадев Госвами, он хочет дать вам почувствовать, чтобы вы были очень осторожны и не совершали никаких ошибок. Мы должны почувствовать эту лилу, чтобы избавиться от нашей обусловленности.
И вот поскольку Расалила, она была совершена Кришной сотнями миллионов гопи, но Вишну там не было, но смотри, но все же, чтобы понять, нам помочь понять значение всего этого. Bhagavan opi rantum manas chakre. This part is very small part of the sloka, but still having so much importance. И вот эта часть, этой шлоки очень мала, но она очень важна. И много сокровенных вещей говорится в этом, в этих словах. Though the fathomless Bhagavan, his inner power, his lila, Бхагаван, его сила, его лила, его вайрагья, отреченность. Бхагаван, значит, он оставляет за собой всю силу. Все, что у него есть. So we cannot pass any dirty remarks. И вот мы не можем никаких скверных этих замечаний делать. Мы должны пытаться понять то, что мы можем пытаться что-то замечания какие-то делать, но это без толку. А если мы хотим глубоко изучить философию, мы должны пытаться получить милость Шрилы Бхактивинода Тхакура или нашей прежней, предыдущей Гурварги, иначе мы не сможем понять ничего. И мы поэтому должны принять помощь от нашей Гурварги. Ачинтья, непостижимая. Почему Бхагаван Господь, Он являет такие лилы? Почему Он совершает Расалилу? Внешне это нехорошо. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Кришна, он океан расы. О, Рупа, Кришна, он океан расы. И как я могу помочь тебе понять, я могу дать тебе каплю расы, попробуй ее, и тогда ты осознаешь все. Ачинтья, непостижимая, здесь логика, она не работает, она не может находиться на пути абсолютной истины. Ачинтья, ананта. Парам вичитро. Если мы изучим весь Бхагаватам, то это будет наивысшая часть Расалилы. Наивысшая часть Бхагаватам. И вот вопрос может возникнуть. То, что почему Бхагаван совершает такую лилу, мы можем обсудить это и сейчас. Я хочу понять настроение Шридас Госвамипада. Мы должны понять его настроение, нашего Ачарьи Бхагаваттатва Шридас Госвамипада, поскольку Шридас Госвамипад, он провозгласил открыто. О славе Расалилы, наивысшей славе Расалилы он провозгласил. И вот Шридас Госвамипад, он пишет то, что Kam Adhishthatri Devata, I also told you about material karma. In this material world, naturally, я говорил о материальном вожделении в этом мире.
мужчины привлекутся к женщинам и взаимно наоборот. Но этот Камадева, трансцендентный Камадев, и что же нам делать? Мы должны принять помощь этой Камагайтри и возвыситься до того уровня. Without Gopi Bhav, you can get into Vrindavan and start doing seva. Без Гопи Бхавы мы не сможем войти во Вриндаван. Нет, это не сможем мы так сделать. Даже Махадев Шанкар, Садашив, он когда смог войти во Вриндаван, когда Гопи Бхава была там, без этого никто не допускается. И мы можем понять. И вот Брахма, Шанкар, Брахма, Шанкар, они очарованы лилой Кришны. Можете вспомнить, когда Шанкар Бхагаван, когда пахтанья океана происходило. И была проблема между этими демонами, полубогами, и Бхагаван Шри Кришна, он вынужден был принять форму прекрасной женщины, чтобы распространить нектар среди этих полубогов и обделить демонов. Мохини. Махини Мурти. И в то время Шанкар Бхагаван также был в замешательстве. И что я хочу сказать? Материальный Шанкар, материальный Камадев, он был, его сожгли, сжег огонь, который изошел из третьего глаза Шанкара. И вот этот трансцендентный, точнее, этот материальный Камадев был сожжен. Это материальная кама была сожжена Шанкаром, и Брахма также время от времени чувствовал проблемы какие-то, и Индра также. И вот Гуру Парампара. Иногда эту слоку можно видеть, не могу сказать. Гуру Парампара прапта прачин слока. Откуда, ну вот, как это выглядит? И вот как Рупа Госвами составил Падьявали. Все шлоки с различных мест собрал, и описание, значение написал. Это очень научный труд такой. Сутопатир Абут Атматанаям Прояанатхо Прояанатхо Аясид Абаято Гуру Ринду Индуравалам Ити Прайха Куба Но Падам Ано Апате Адхарьята Майя Срому Мада Бананам Ко Ихо Бхаванан Мотхо Видишу. I mean, what mean to say? Ахаллайо Яраха Ахаллайо Яраха Сурапати Рабхут Атматанея. I like to speak very clear way. И вот как Индра Махарадж, царь небес, он чувствовал, он был очарован женой Гаутами Муни. Он завожделил ее. И вот Девараджа Индра, он хотел наслаждаться ее женой. Гаутами Ахалья. And after that he was cursed by Gautami Muni. It is different thing. I have no time to discuss. Maybe. Был проклят Гаутами Муни в итоге. Это отдельная история. И
creator of this material world, творец этого материального мира, Брахма, was given responsibility for this creation. He also, кому была дана ответственность за творение, и он также was in problem. Попал в такую проблему. Его дочь Сарасвати, она была настолько прекрасна, что он завожделил ее. И поэтому его Девагуру этот Брихаспати,